Чувствую слабость. Я просто источник топлива. Ну, да. То есть я думал, что это было понятно, когда я тебя взял в плен, нет? Злодеи грызут друг друга. На этот раз ты выбрал бегунка, да? Это молния. Это же моя фишка. Ты воруешь, так и я ворую. Воровать можно, но только мне. Отпусти меня! Хватит играть в игры. А? Что это? Отпусти меня, хвостом! Топливо. Почти. Нет смысла сопротивляться. Я не могу тебя выпустить. Понимаешь, ты ключ к моей грядущей мировой славе. Скажи мне, почему ты любишь так быстро ездить? Это все, что у меня есть после запрета участия в блице по шахматам. Ха-ха-ха-ха! Глупец! Смешно! Что он делает? Получай! Смотри, куда летишь, умник! Слишком большая скорость. Я не могу выдернуть Лагранжа, значит, выдерну тебя. Да, помоги мне вылезти. Ты хочешь вылезти? Он использует меня. Тебе нужны новые друзья. Почему ты до сих пор не вылез? Потому что эта машина питается моей энергией. Превратись в силача и вылези. О, да. Да. Полный бак! Ха-ха! Пора установить мировой рекорд скорости! Лагранж! Нет, меня так просто не остановить! Лагранж! А я всегда надеваю ремень, но... Кончается топливо. А, неважно. Мне этого более чем достаточно. О, нет! Теперь молния никак его не догонит! Думаю, раз тоже! Ну, не мое дело! Как это не твое дело? Так что я поехал! Вы бы не могли отдать футболку, а то мне уже пора ехать! Не дам! Что сделать, чтобы ее вернуть? Помоги мне вернуть Лагранжа! О, ты меня просишь об одолжении? Что? Ну нет! Это твоя обязанность! Ты же герой! Кто знает, что натворит Лагранж на машине, заправленной моей энергией? Делай свое дело. Останови злодея. Ой, почему я такой добрый и бескорыстный? Но сначала отдай футболку. Сначала остановим Лагранжа, потом отдам футболку. Ладно, только давай скорее. Я за рулем! Прости, но место тут на одного. Так, смотри.